едет мужик такой мимо кладбища на машине. Бац! Мента сбивает насмерть. Че делать? Закидывает мента в багажник. Идет на кладбище. Там сторож бухает сидит. Он ему говорит: слушай, вот тебе 100 баксов, закопай мента. Ну тут берет 100 баксов, закапывает мента. Мужик радостный, машину опять гонит. Буф, второго мента сбивает. Че делать? Бабок нет. Опять туда на кладбище. Раз, закидывает к сторожу. Ну, думает, что там. Сторож только этого первого мента закопал, смотрит, второй валяется. Блин, что делать? Закапывает второго. А рядом с кладбищем пост ДПС. Гаишник смотрит, машина какая-то постоянно туда-сюда ездит. Пойду, думает, разберусь. Он такой заходит на кладбище, идет к сторожу, говорит: так, что тут у вас происходит? Сторож ему лопатой в башке. Бум! Да уляжешься ты уже сегодня, наконец!